Добрый день, уважаемые коллеги. Я Башар Александр Михайлович, начальник Барнаульской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. Дистанция в ежедневной своей деятельности использует 27 кранов, 39 тракторных погрузчиков, 28 автомобилей и много другой техники. Все эти механизмы располагаются на 9 производственных участках Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В основе своей деятельности дистанция перерабатывает каменный уголь, лесные и тарно-штучные грузы. Существенный достаток в получении доходов приносит работа с таможенными грузами. Самая большая ценность нашего предприятия – это, конечно, люди. Штат нашей дистанции составляет 224 человека. Основная их часть – это высококвалифицированные и с большим производственным опытом люди. Благодаря им наша дистанция много лет имеет положительный результат по финансово-экономической деятельности. А в конце моего выступления мне бы хотелось пожелать участникам конкурса бескомпромиссной борьбы и справедливых судейских решений. Большим пальцем можно запустить большой адронный коллайдер. А скажите, пожалуйста, а мы для чего? Все хорошо.